Так, погнали, короче, смотреть. Let's go. Как раз перебивочка между страшилками тоже, реально. По кайфу. Вот, потом будем страшилку дальше смотреть. Все, let's go. Уже по качеству у меня. 1080. Еще как-то. Хоровод. Новогодняя атмосферка. Ля какая. А что это у тебя на носу? Ля, это кто? Это кто-то из ютуберов или нет? Сопля? Нет, Новый год! Подколол. А ну-ка еще раз. Врыв бит. У тебя на носу сопля? Нет, Новый год! Старый год уйди, новое счастье принеси. Ночью загораются бенгальские огни. Дед Мороз ведет на красный нос. С подарками шагает нам из... Блин, Дед Мороз круто, мне нравится. Прям как у него все тут сделано. Леса на износ, на улице темно. И все уже ушли на праздник, что проходит от земли до луны. А елку освещают фонари, но ярче всех сияешь в этот праздник только ты. Рядом все друзья, наша елка до потолка. Крутим вместе хоровод. Пускай повезёшь им таким же, как ты и я. Новый год счастья принесёт. Блин, нифига тут прям все ютуберы. Или почти все. Какое-то, знаете, ну, новогоднее безумие. Все, типа, дэнсят, кружатся. Ты я, а Новый год счастье принесет. Не, прикольно пока что. Ой-ой-ой. Всем станишки быстренько найдем. Ля. Крутим хоровод. Мы с друзьями крутим хоровод. Старый год уйдет. Все невзгоды к горе. Мне понравилось, как в фиксплей я ворвался в бит. Очень хорошо. Новый год придет, ты нам всем тут точно повезет. Мандариновый запах, и на елке одни. Вводим хоровод и кидаем конфетти. Домер тоже хорош. Салют, восторг, что? Салют, восторг, что? Все ждут скорей, когда наступит Новый год. На сне гирлянды, на столе сейчас салаты. Поднимаем тост за то, чтоб все мы были рады. И рядом, ребята, все знаете, я с вами. Обнимаю крепко и загадываю желание. Рядом все друзья, наша елка до потолка. Крутим вместе хоровод. Пускай повезёшь им таким же, как ты и я. Новый год счастье принесет. Рядом все друзья. Ой-ой-ой. Салютики. Воу! Леша Магет! Нифига, задэнсил красиво. Спасибо, что вы со мной. Это очень важно для меня. Давайте теперь идти к 6 миллионам вместе. Нифига, блин. Слушайте, ну круто. Круто, реально. Вот мне куплеты понравились у кого? У Домера и... Кого еще я говорил? Фиксплея, да. И припевчик вот под конец прям жестко такой раскачал прям. Блин, прикольно. Мне зашло. Реально.